Всем привет, друзья! Наконец-то настало время для огромной подборки самых интересных товаров с AliExpress, в конце которой вас будет ждать конкурс на очень крутой смартфон Xiaomi Mi Mix 3. Поехали! Украсить ваше рабочее место призваны колонки с поющими фонтанами внутри. За $20 на вашем рабочем месте будут танцевать разноцветные струйки воды под музыку или под звуки игры. Хоть и качество звучания далеко от идеала, колонки приковывают восторженные взгляды гостей. В одной из моих подборок была модель покрупнее и подороже. Изучив ваши комментарии, которые высказывали негодование по поводу цены, я решил показать вам более дешевый вариант. Легкий вес устройства позволяет его без труда донести до места вашего заплыва, а два винта добавляют маневренность и скорость скутеру. Удобная форма не закрывает вам обзор, а быстро заряжаемая литий-ионная батарея позволяет работать скутеру непрерывно 45 минут. Теперь любители снорклинга и дайвинга могут без лишних усилий изучать дно морского побережья, любуясь необычайной красотой морских обитателей. Тактический томагавк Gerber Downrange. Этот топор поможет вам справиться с любыми поставленными задачами. Выполнен из стали твердостью 57 роквеллов, обладает облегченной конструкцией. На самом полотне есть удобная ручка для переноски инструмента или для помощи при работе монтировкой. Томагавк выполнен из цельного куска стали. Рукоять оснащена вставками из удобного, прочного и износостойкого G10. Обух топора выполнен в виде кувалды. На конце рукояти есть монтировка и три вида накидных ключей. В комплекте с томагавком идет удобный кожаный чехол для безопасной транспортировки и хранения. Пожалуй, самая необычная камера, которую мне довелось видеть за последнее время. Водонепроницаемая камера, которая из упаковки не боится воды. Помимо этого, устройство выполнено в виде небольшого меча, который не боится падений с приличной высоты. Но плюс этого гаджета в том, что он не тонет. А это мини-арбалет, стреляющий зубочистками. По своему устройству он полностью повторяет настоящий арбалет. После того, как вы натянете и зафиксируете тетиву, необходимо положить в направляющую маленькую зубочистку вместо настоящего болта. Затем, нажав на спусковой крючок, вы произведете самый настоящий выстрел, который способен пробить жестяную банку или спичечный коробок. Играя с такой необычной игрушкой, необходимо соблюдать все меры предосторожности. А это очень жуткий пранк, который заключается в том, что ваша голова как будто падает у вас с плеч. Такой трюк способен напугать даже самых бывалых зрителей. Делается он при помощи специального каркаса, который держит верхнюю одежду в неподвижном положении, пока вы наклоняетесь. Электромотоцикл. Самое необычное средство передвижения, которое я когда-либо видел. Представляет из себя стул на одном колесе. Мотоцикл может ездить во всех четырех направлениях. Боком, передом, ему все нипочем. Максимальная скорость движения 30 км в час. Можете смело менять свой гироскутер на такой мотоцикл. Не царское это дело ездить стоя. На Али есть сверхреалистичная модель Урала 4320. Модель выполнена в пропорциях 1 к 10. Большинство узлов игрушки отлиты из металла. Воссоздана трансмиссия, подвеска, все дифференциалы и карданы на месте. Проработаны даже такие детали, как рожковый звуковой сигнал, который, к сожалению, не сигналит на самом деле. Грузовик способен передвигаться по грунтовой дороге за счет индивидуальной подвески на каждую ось и полным приводом всех четырех осей. Игрушка предназначена исключительно для взрослых, о чем свидетельствует стоимость модельки, которая, на мой взгляд, очень даже не дешевая. Для любителей овощных салатов у китайцев есть универсальный многофункциональный товар. С виду это обычный дуршлаг. После промывки овощей накрываете его специальной крышкой, которая идет в комплекте, переворачиваете, и перед вами уже специальная емкость для нарезки овощей. После того, как вы пройдетесь по всем отверстиям, поверните дуршлаг и повторите процедуру. Повторив все проделанное несколько раз, вы получите почти готовый салат. Осталось только добавить соль или специи по вкусу. А это довольно-таки доступный смартфон от компании Xiaomi. Модель имеет говорящее название Mi Play, как бы намекая нам о его игровой ориентированности. Действительно, дисплей 5,8 дюйма, 4 гигабайта оперативной памяти и процессор Helio P35 позволяют играть практически во все мобильные игры. Правда, многие пользователи в комментариях пишут, что смартфон начинает немного подтормаживать после месяца использования. Но решается этот вопрос просто, благодаря практичному приложению для чистки Android Nox Cleaner, с которым легко можно
можно реанимировать захламленный смартфон. В приложении есть встроенный антивирус, который поможет обезопасить систему. Также Nox Cleaner почистит систему от ненужных файлов и пустых папок, которые часто остаются после удаления приложений. Еще есть интересная функция – это сканирование галереи. Nox Cleaner найдет похожие или дублирующиеся фотографии и предложит вам удалить их, чтобы освободить пространство. Или можно сжать нужные фотографии практически без потери качества. Почистив систему, вы не только ускорите работу смартфона, но и уменьшите нагрузку на аккумулятор, устраните причины нагрева смартфона. Ссылку на Nox Cleaner оставлю в описании. Приложение годное, я поставил ему 5 звезд в Play Market. Ну а мы продолжаем. Мало кто может похвастаться умением хорошо точить ножи на камнях, но если вы вдруг решили освоить это мастерство, тогда следует обратить внимание на держатель угла заточки. С таким приспособлением правильно наточить нож сможет любой новичок. Держатель угла оснащен тефлоновыми ножками, которые отлично скользят по камням, не стираясь и не забивая своими частицами сам камень. Согласитесь, ведь орудовать остро заточенным инструментом гораздо приятней. Деньгомет, который выпускает из своего ствола, очередь из купюр. Товар абсолютно бесполезный, однако способен создать веселую обстановку, раскидав вокруг вас денежные купюры любого номинала. Идеально подойдет для фотосессии в стиле Luxury Life или съемки какого-нибудь клипа. Осталось решить одну проблему – где взять столько бабла? Не печатать же их самому. Купол для подводной съемки. За счет достаточного воздушного пространства между объективом и стенкой купола можно делать красивые снимки, сочетающие подводную и надводную съемку. Еще один плюс такого купола – это его плавучесть, за счет чего вы не утопите свою драгоценную камеру. Ну а для тех, кто хочет чего-нибудь простое и взлетательного, на Али есть такой небольшой самолетик с тремя пропеллерами. Самолет весит всего 29 грамм, что делает игрушку весьма непростой в управлении, особенно в условиях сильного порывистого ветра. Немного освоившись с управлением, вы сможете почувствовать себя настоящим пилотом. Максимальная дистанция передачи сигнала с пульта – 300 метров. У игрушки достаточный запас мощности, чтобы прикрепить к нему небольшую экшн-камеру формата GoPro Station. При выпекании пирога важно сделать его не только вкусным, но и красивым. Для любителей выпечки приглянется такой ролик, который поможет украсить ваш пирог красивой косичкой. Для этого достаточно один раз пройтись этим роликом по тесту, затем растянуть узор и положить его на ваш пирог. Подушка, сделанная в виде кирпича. Она поможет наложить кирпичей водителю авто, в лобовое стекло которого вы запустите эту безобидную подушку. Товар годится для пранков. Однако не стоит переусердствовать с этим товаром, дабы не вызвать гнев окружающих. Мини-кондиционер, который призван спасти вас в жаркую погоду. У девайса есть встроенный аккумулятор, благодаря чему он может работать в любом удобном для вас месте. Устройство в использовании очень простое. Достаточно смочить специальную губку прохладной водой, установить кондиционер вблизи вашего рабочего места и наслаждаться обдувом прохладного ветерка. Благодаря современным технологиям у девушек появился еще один способ привлечь к себе внимание – светящиеся ресницы, состоящие из множества мелких светодиодов. Клеится к верхним векам на специальный клей для накладных ресниц. Едва заметный проводок соединяет светодиодные ленты с блоком управления. Лента RGB, поэтому она способна светить разными цветами. Несколько режимов свечения позволяют огням мерцать, пульсировать или бегать по ленте, словно модные повторители поворотов на современных люксовых автомобилях. Это небольшие, но очень качественные наушники с 6 динамиками, по 3 на каждое ухо. Каждая из трех мембран рассчитана на различные частоты, что позволяет наиболее точно передать звучание композиции. Для достижения лучшего качества звука эти наушники лучше использовать в паре с хорошим усилителем. В комплекте идут сменные амбушюры различных форм и размеров и дополнительные фиксаторы на ухо. Печь для быстрого приготовления гамбургеров. Если вы ценитель фастфуда, то такой товар с Али должен вас заинтересовать. Печь разделена на несколько отсеков, в которые помещаются различные ингредиенты вкусного сэндвича. Все составляющие гамбургера прожариваются отдельно. Вам только останется извлечь уже готовый гамбургер из печи и насладиться вкусным завтраком.
Этот товар просто услада для автомобилистов, так как самого уже достал беспорядок в багажнике, где все гремит и катается по нему. Для нас с вами, дорогие автолюбители, на Али есть такой вот удобный органайзер в багажник. Конструкция собирается самостоятельно. Этот процесс не составит большого труда, ведь все детали крепятся на липучках. Жесткий каркас органайзера отделан прочным кожзамом, что придает ему весьма презентабельный вид. По бокам есть удобные ручки на тот случай, если вы решите извлечь все содержимое из багажника. Немаловажно то, что доставка осуществляется со склада в России. Все владельцы домашних когтистых питомцев наверняка знают, насколько потешными бывают котейки, когда играют с лазерами. О, нет-нет-нет, Алекс. Что не так? Ты, похоже, ошибся каналом. Откуда ты вообще здесь взялся, дружище? Давай-ка лучше я сам расскажу про этот товар, а ты ступай к себе на канал. Пользуясь случаем, хочу передать привет. Алекс, кыш отсюда. Поэтому для них китайцы производят такую электронную игрушку с лазером. Вам не придется даже отвлекаться от домашних дел, чтобы развлечь своего хищника. Игрушка работает от трех пальчиковых батареек, имеет 4 режима, различающихся по скорости. С таким тренажером ваш котейка всегда будет в хорошей форме. Кабель со встроенной светодиодной подсветкой создаст на вашем рабочем месте футуристическую обстановку. Как только вы подключите кабель к смартфону, светодиодная лента начнет переливаться светом, как бы визуализируя поток энергии, заряжающий ваш смартфон. Эта незначительная деталь привлечет внимание любого человека. Силиконовый коврик для запекания. Его форма напоминает пирамидки акустического поролона. Постелив такой коврик на противень, вы предотвратите пригорание продукта к поверхности. Из-за малой площади соприкосновения коврика с продуктом пища не пригорит, даже если вы значительно передержите ее в духовке. Коврик не требует особого ухода, и его спокойно можно мыть в посудомоечной машине. Надувная дорожная подушка для путешествий. Занимает минимум места в сумке. Надув ее, вы получите эргономичную подушку для отдыха в сидячем положении. В подушке есть 3 отверстия. Одно сверху для лица и 2 боковых для рук. Жаль, у меня не было такой, пока я учился в университете. Система кругового обзора автомобиля, как на люксовых моделях Nissan. За $140 вы получите 4 камеры, блок с мозгами, который собирает картинку со всех 4 камер в одну проекцию на мониторе, на которой четко видно пространство вокруг автомобиля без мертвых зон. Также в комплекте идет полный набор для монтажа системы, который включает в себя даже такую мелочь, как коронка для сверления отверстий под камеры и пульт дистанционного управления, чтобы управлять записью с видеокамер. Да, вы не ослышались, система еще и ведет видеофиксацию со всех 4 камер. Теперь вам не нужно нагромождать лобовое стекло видеорегистратором. Все происходящее вокруг вас записывается на внешние камеры. А это специальная насадка на смеситель, которая превратит вашу мойку в мини-душ. С такой насадкой гораздо удобнее мыть фрукты и овощи. Да и в целом мытье посуды будет проходить намного приятнее. Зажигалка, сделанная в виде настоящего патрона, сделана полностью из металла, а это значит, что она не будет портиться при длительном использовании. Это турбозажигалка, которая не боится даже самого сильного ветра. Выглядит она просто превосходно. Smart Thermos от Xiaomi оснащен электронным дисплеем, на котором отображается температура содержимого. В комплекте с термосом идут 3 разные емкости: одна для приготовления чая, вторая для фруктового напитка и третья для варки куриного яйца. Xiaomi подчеркивают эффектную теплоизоляцию термоса, которая за 12 часов позволит остыть кипятку всего до 45 градусов Цельсия. Это инновационное средство передвижения под названием фрилайн-ролики. С классическими роликами у них лишь одно сходство – это способ передвижения и техника езды. Каждое крепление для стопы оснащено одним большим колесом и одним маленьким опорным. С такими роликами можно ездить не только по ровным поверхностям. Это своего рода внедорожник среди роликов, который может передвигаться даже по грунтовому покрытию или газонам. Для владельцев домашних питомцев придется по вкусу пушка теннисных мячей, оборудованная специально для четвероногих друзей. Преимущество этой пушки в том, что пес самостоятельно может управляться с ней без вашей помощи. Вам необходимо лишь пару раз показать питомцу, куда класть мяч для запуска. Также можно настроить дальность выстрела и время срабатывания пушки. Такая пушка привлечет внимание не только вашего питомца, но и других владельцев собак.
Быстросъемные клеммы для аккумулятора – отличная замена стандартным клеммам. С такими клеммами можно отключить аккумулятор за несколько секунд без помощи дополнительных инструментов. Подойдет для тех водителей, которые любят часто снимать и снова устанавливать аккумулятор. Шутка! А если серьезно, то с такими клеммами можно спасти автомобиль в случае замыкания проводки и предотвратить возгорание. Зеркало бесконечности, которое украсит интерьер любой комнаты. Такие площадки часто используются для создания столешниц или декоративных напольных покрытий. Глядя в это зеркало, создается впечатление, словно ты смотришь в бесконечный тоннель. Уходящие в бесконечность огни завораживают зрителей и будут приковывать взгляды всех ваших гостей. Опытные водители знают, что перед совершением какого-либо маневра на дороге следует хорошенько убедиться в отсутствии помех на дороге, ведь слепые зоны есть у каждого автомобиля. Как раз отслеживать такие слепые зоны вам поможет панорамное зеркало, которое крепится на боковые зеркала заднего вида. Угол обзора такого зеркала 160 градусов, с ним вы не упустите ни малейшую деталь. Еще одна забавная игрушка – это кораблик, который приводится в движение обычным воздушным шариком. Чем больше шар, тем дальше кораблик сможет заплыть. Выпускаемый воздух из шара толкает кораблик, словно небольшая турбина. Жвачка, которая поможет вам подшутить над другом. Думаю, мало кто откажется от предложенного вами угощения, особенно если не знает о вашей любви к розыгрышам. Как только ваш друг вытащит жвачку из упаковки, ему на палец упадет огромный таракан, и я думаю, он испытает крайне мало приятных эмоций от этого. Умный дверной звонок с видеокамерой. Подключив такой звонок к вашей сети Wi-Fi, вы сможете увидеть ваших посетителей, находясь в любой точке мира. Способен записывать видео в формате Full HD. В устройстве встроена инфракрасная подсветка, что позволит вести наблюдение даже в самое темное время суток. Теперь самое главное, чтобы такой дивный товар не привлек внимания прохожих, падких на все, что неровно лежит или висит. Светильник, который в сложенном виде не отличишь от настоящей книги. Однако стоит вам его раскрыть, как сразу же светильник загорится мягким, приятным светом. Такой уютный ночник можно положить на стол, словно раскрытую книгу. Либо собрать его в цилиндрическую форму, которая будет освещать пространство во всех направлениях. В светильнике есть два неодимовых магнита, которые позволяют прикрепить его к любым металлическим поверхностям. Многоуровневая вешалка, которая поможет вам сэкономить пространство в вашем шкафу. На такой вешалке вы можете расположить одновременно несколько брюк, юбок или шарфов. С такой вешалкой вы отлично организуете пространство в вашем шкафу или гардеробной. Сколько же положительных отзывов собрала эта точилка для ножей? И неудивительно почему. Точилка проста в использовании, так что заточку на этом инструменте сможет освоить даже новичок. Точилка намертво крепится к столу мощной присоской, что значительно облегчает ее использование. Для правки ножа достаточно плотно прижать режущую кромку к заточным элементам из углеродистой стали и провести ножом несколько раз. Весь процесс занимает не больше одной минуты. Это универсальный сетевой адаптер, который придется по вкусу путешественникам. При помощи этого компактного адаптера можно подключить электрооборудование с любым стандартом питания в розетку тоже любого стандарта. Все благодаря встроенной вилке-трансформеру. С ним вы зарядите ваш ноутбук в любой стране. Также в сетевом адаптере есть USB-разъемы, поддерживающие быструю зарядку. Трехосевой влагозащищенный стабилизатор для экшн-камеры. Все мы прекрасно знаем, как иногда некомфортно смотреть видео, отснятое с камеры, прикрепленной на шлем или мотоцикл. Именно для таких экстремалов китайцы и разработали стабилизатор FUWG2. Благодаря компактной конструкции, камера со стабилизатором может быть закреплена практически на любом месте – на шлеме, капоте автомобиля или на груди оператора. Стабилизатор не боится воды и грязи, поэтому отлично подойдет для мотокросса или оффроуда. А прикрутив к нему штатив, который идет в комплекте, вы сможете использовать его в качестве обычного гимбала, которых уже полно на рынке. Думаю, разница картинки со стабилизатором и без очевидна и не нуждается в лишних комментариях. Правда, признаюсь вам, ценник на этот стабилизатор просто космический. А этот простой на первый взгляд бур поможет вам нарезать огурец или редьку аккуратными ровными кусочками. Отрезав кончик огурца, достаточно вставить бур и начать вращать вокруг своей оси. Всего за 10 секунд огурец превратится в такую красивую спираль. Сам товар займет минимум места на вашей кухне.
Магнитный коврик от Xiaomi. Да, представляете себе, они и это производят. Идеально подойдет для мастеров по ремонту электронной техники. В процессе разборки гаджета располагаете винты и мелкие детали на коврике в нужной вам последовательности. И они останутся на своих местах, даже если коврик будет закреплен на стене. Теперь вам не нужно будет чесать затылок, размышляя над тем, каким винтом крепится Wi-Fi модуль в разобранном неделю назад смартфоне. Масло из холодильника весьма проблематично намазывать на хлеб, особенно на белый хлеб. Ах, как вспомню, что я весь хлеб изомну, пока размажу холодный кусок масла. Для этого китайцы сделали специальную терку. Поместив в нее небольшой кубик масла, вам останется пару раз прокрутить крышку терки и размазать лапшу из масла по бутерброду. Все очень просто и удобно, и не нужны никакие ножи с подогревом, которые ужасно справляются со своей задачей. А это аварийная спасательная лестница. Сделана целиком из металла. Благодаря продуманной конструкции она крепится на любой оконный проем. Лестница способна выдерживать вес до 450 кг. Длина лестницы 5 метров. В случае пожара по ней можно спуститься на 2 этажа вниз или вовсе эвакуироваться из здания, если вы располагаетесь на втором или третьем этаже. Признаюсь, товар очень хороший, но я искренне желаю, чтобы он никогда никому не понадобился. Капучинатор представляет из себя небольшой венчик, работающий от двух пальчиковых батареек. Вам нужно лишь подогреть молоко, погрузить в него этот венчик, нажать на кнопку и через 20 секунд на нем образуется густая пенка. Наливаем в нее кофе и наслаждаемся вкусным капучино. Любители романтики могут нарисовать на пенке красивый узор или сердечко для своей второй половинки. Это китайский аналог знаменитой карманной консоли Game Boy. Помнится, как в детстве я опускал слюни на нее? Она и сейчас стоит весьма недешево, но ностальгические воспоминания о давно забытой школьной поре бесценны. На выбор вам доступно 5 расцветок корпуса, в консоль уже встроено 66 игр, поэтому купив ее, можете отложить планы на выходные, вам придется заново проходить Контру, Марио или Соника без сохранений. А это нашумевший смартфон от компании Xiaomi Mi Mix 3. С уникальным на данный момент типом корпуса слайдер, смартфон, на мой взгляд, просто идеален во всех проявлениях. Отличный дизайн, задняя крышка выполнена из керамики. Дисплей занимает 93% от передней части смартфона. Характеристики железа позволяют играть в мобильные игры, например, в тот же PUBG на максимальных настройках, со сглаживаниями и прочими плюшками без перегрева и тротлинга. При часовой игре в PUBG удается нагреть девайс всего до 39 градусов. Как вы понимаете, это вообще ни о чем. Вдаваться в подробные характеристики смартфона и перечислять цифры из документации не вижу смысла. Думаю, вам будет гораздо приятнее услышать о том, что я разыграю этот смартфон среди подписчиков, как только видео соберет 15 тысяч лайков. Для участия необходимы подписка, колокольчик и написать любой комментарий. Итоги проведу у себя в группе ВКонтакте и на своей странице. Обязательно буду проверять подписку, поэтому подписки нужно открыть. Также кликайте по этим аннотациям, чтобы посмотреть новые видео на моем канале. Они должны вам понравиться. До скорых встреч!